Аварийное отключение – те отключения, которые происходят независимо от того, хотим мы этого или нет. Это авария. Авария случается летом, зимой, но зимой гораздо чаще. Дождь, снег, обледенение деревьев, падают, рвут линии электропередач. Дома остаются и микрорайоны обесточенными на какое-то время. Сегодня ситуация сложна тем, что до 1000 концентраторов кислородных находится у больных ковидом и проходящих лечение дома, на дому. Но в то же время они нуждаются в кислородной поддержке, что обеспечивает кислородный концентратор. Решение данного вопроса лежит в плоскости приобретения нами устройств бесперебойного питания. На аппаратном совещании я этому уделил внимание. Я уверен, что мы справимся с этой задачей и выполним ее в кратчайшие сроки.